Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Домастер. И сегодня мы вместе с вами поиграем в на Acid Island. Это вторая серия, дорогие друзья. У нас кислотный дождь сейчас идет, если я выйду вот так вот. Меня, видите, начинает коцать этот кислотный дождь, пока что прячусь за сундуком. Я обещал раздать ЗБТ, но, к сожалению, когда вышло мое видео, ЗБТ уже закончилось через буквально 2 дня. Я это заметил, подумал, ну блин. И в итоге, раз я обещал 5 чувакам ЗБТ, оно стоило бы 150 рублей, я подумал, в принципе, я могу раздать 5 чувакам, которые в комментариях напишут свой ник, кто играет на этом сервере, соответственно, ваш ник на этом сервере, да, по 150 рублей на счет. Вот так вот. Так будет намного круче, я думаю. Раз уж я не смог вам ЗБТ раздать и все-таки не кидала, то давайте я сделаю так. И у меня тут проблема, короче, у меня, как видите, кислотный дождь, он меня убивает, надо похавать еды какой-нибудь, чтобы хоть как-то регениться. У нас все-таки 1.12, 1.11 версия, 1.11, да, с 1.12 сюда не зайти. И регениться здесь можно таким образом. Хотя, наверное, может взять булыжник и где-нибудь так вот сюда пробежать. Так. А, кислота! Кислотное испарение? А что делать, когда кислотное испарение? What the fuck? Кислотное испарение, чуть не сдох. Черт. Кислотное испарение. Кислотный дождь. Какой-то ужас здесь происходит, дорогие друзья. Я даже не знаю, как мне выжить. Фух. Фух, дорогие друзья. Фух, дорогие друзья. Гелий, как живу, нужно еще чем-нибудь захавать, у меня аж голова кружится. Тяжело выжить на кислотном острове, это действительно очень сложно, как видите. Меня здесь пытаются убить все, что здесь есть. Так, можно... О, здесь можно булыжничек еще подкопать вниз. Не знал, что здесь ниже еще можно копать булыжник. Давайте еще вниз попробуем окопаться. Да, отлично, здесь еще ниже можно спуститься. Хорошо, спускаемся еще ниже в свой остров. И добываем как можно больше булыжника. Нужно сделать крышу над головой. Жаль, я в прошлой серии не сделал себе крышу над головой. Теперь видите, как я мучаюсь. Кстати, у меня есть немного денег. Давайте напишем АХЭ. Здесь, наверное, есть аукцион, да? И магазины игроков. Посмотрим магазин. А, я тут магазин игроков. Не-не-не. Обновить, вернуться в главное меню. Все предметы, которые здесь есть предметы. Есть здесь еда. Мне нужна еда. Мало что здесь есть в магазине игроков. Почти никто ничего не выставляет. Клэшейк Лазури зачем-то выставил. Он что-то сам играет. Так, окей, Демастер, какая разница? Так, там чуваки что-то в чат пишут, это неважно, мне сейчас нужно придумать, как выжить. Это просто пипец, дорогие друзья, у меня кончился весь хлеб, у меня нет никакого огорода, то есть если я умру... Хотя если я умру, ничего не произойдет вроде, да? О, здесь админиум есть. Я просто умру, да? Если я умру. Давайте я попробую скинуть все вещи в сундук прямо сейчас и просто умереть. Да, все, я просто умер, возрождаюсь. И я появляюсь на хабе, ну, на спавне. Смотрите-ка, спавн изменили, сделали его немного другим. Теперь хранитель стоит тут, у него можно всякие ключики покупать, но этого не буду делать. Ящик с вещами, список призов можно посмотреть. Офигеть, здесь тоже с обми, с разными вещами, ух ты. Алмазная броня, алмазные блоки, но это все мне не нужно. Блин, хаб изменили, можно, кстати, пережидать кислотный дождь, по идее, здесь. А сейчас напишем слэш из. Я попадаю сюда вниз, и здесь можно, в принципе, жить. Я даже кусочек моего опыта вышел. Так, давайте возьмем лопату, кирку и немного блоков. Поднимаемся сейчас наверх. Вот сюда, отлично, живем здесь. Блин, серия во время кислотного дождя, вот этого я точно не ожидал. Я думал, что у меня будет все спокойно здесь, но, как видите, спокойно. Это не для меня, походу. Спокойно, да, это не для меня. Давайте здесь сделаем еще один булыжник. И небольшую крышу здесь все-таки себе намутим. Чтобы... А, кислотные испарения начались. Ах, жесть. Это просто жесть. Я не знаю, что делать. Какие-то кислотные испарения еще происходят. Просто очень тяжело здесь выжить. Во время этого кислотного дождика. Хорошо, что ресурсы не умирают в кислотном дожде. Так бы это было вообще какой-то unreal. Так, железо, железо добываем. У меня, блин, голову кружит. Очень тяжело здесь находиться. Блин, очень тяжело выжить на этом Acid Island, ребята. Если хотите попробовать, то, в принципе, ссылочку на сервер я оставлю в описании. Ай-яй-яй, горю. Надо бы здесь сделать еще немного блоков вот так вот, чтобы хоть как-то выживать. И половину ресурсов скинуть в сундук. Потому что если я умру, то ресурсы тоже умрут вместе со мной. А я бы этого, если честно, не хотел. Так, верстак достаем. До верстака, да, достаем. Можно сделать печку. Она как раз мне нужна. Печку крафтим, ставим, давайте вот сюда поставим печку. В печку мы закинем железо и один уголь. В принципе, угля здесь достаточно, поэтому можно так-то, в принципе, потратить немножечко. Для того, чтобы сделать, наконец-таки, железную кирку и добывать алмазы и эмеральды те же самые. Все что угодно уже добывать. Потому что с железной киркой это вполне реально. И там еще вон снизу алмазики можно добыть, но, правда, жизни у меня очень и очень мало.
Там кто-то мне табличку, кстати, какую-то оставил, но я не прочитаю в этой серии, что же написано на вот этой табличке, потому что здесь прямо очень все жестко. Ну, вы видите, как мне тяжело прямо здесь выживать на этом кислотном острове. Если вы хотите больше серий по Acid Island, по кислотному острову, то, ребятки, ставьте лайки. Если эта серия наберет много лайков, то обязательно выйдет продолжение. Все зависит от вашей активности, от ваших лайков. Слежащие вещи будут удалены через одну секунду, все. Вещи удалены, теперь можно добывать алмазы. Алмаз, отлично, алмаз я добыл. Эмеральдик добыл, все в сундуках положу. Отлично, алмаз плюс эмеральдик, мои первые алмазы, мой первый эмеральдик. Добываем булыги, теперь булыгу. Уголь, видите, я не зря уголь переплывал все-таки железо, потому что вот уголь у нас тут изи находится. Изи найти здесь уголь. Кислотное испарение, нет, кирку спрятать, кирку, уголь. Фух, полсердечка у меня остается, то есть так просто не умираем. Давайте умрем все равно. Надо догореть, потому что, ну не знаю, не нравится мне с половинкой сердечка бегать, но эти кислотные испарения, это, конечно, что-то с чем-то. Неожиданная фигня. Я вроде про это говорил в прошлом ролике, они, походу, посмотрели и сделали эти кислотные испарения. Может быть, они, конечно, были во время дождя, но, во всяком случае, до этого кислотных испарений никаких не было, то есть без дождя. Возможно, их сделали сейчас, я не знаю, но это очень круто. Это уже реально атмосферно, добавить еще кучу всяких ивентов, типа там наводнение кислотное, там или уровень воды резко возрастает, там или что-то еще. Ну то есть, как бы добавить разнообразие, чтобы это был не просто скайблок с кислотой, да, а прямо каких-нибудь ивентов нафигачить, которые будут постепенно происходить, там, не знаю, засуха там или что-то еще. Как вот на ферме, на другом сервере, на котором мы с вами играли, помните, да, то есть как бы на ДМС. Вот там тоже была такая фигня с всякими разными ивентами, только сделать их здесь, там, предположим, только как-то их реализовать так, чтобы это все круто подходило под баланс игры и при этом не отвлекало сильно, но и делало так, что геймплей становился более-менее разнообразным. Ох ты, ура! Ура, закончился дождь, и теперь мы сможем выяснить, все-таки кислотные испарения не были во время дождя, или же это просто добавили новый эвент. Если это просто добавили новый эвент, то можно сделать вывод, что это сделали после того, как я заснял ролик, люди такие посмотрели, подумали, ну типа разработчики, а неплохая идея с кислотными испарениями, и добавили ее. Вот, такой вариант вполне вероятен. Я думаю, то, что они могли посмотреть в моем ролике эту тему, почему нет? Типа, я постоянно какие-то годные идеи подкидываю. Я же шарю, что в мини-играх сделать, чтобы добавить интересы. Ну, это, конечно, не совсем мини-игра, это больше Survive, ну, то есть Skyblock, да, обычный, только с... Ну, необычный, как раз-таки необычный Skyblock. Первый раз вижу такой Skyblock вообще. Ребята молодцы, что такое придумали, мне лично нравится, да. Как я уже сказал, ссылочку на сервер оставлю в описании. Но если вы не играете, то можете просто пробовать свою удачу, знаете, как в рулетке, без проигрыша, ну, как в лотерее сыграете, только как бы вы здесь ничего не теряете, просто зарядитесь, зарегайтесь и напишите свой ник в комментариях, и тогда, может, вы выиграете 150 рублей. У вас появится стимул играть с бесплатным донатом, я не знаю, ну вдруг такое будет. Ну, не 100% шанс, конечно, шанс где-то 1 на чек 300, потому что под прошлым видео было 300 комментариев, значит, примерно 300 ников. То есть шанс 1 к 300. Но под этим видео... Эмеральд сгорел! Эй, эмеральдик! Нет, эмеральд сгорел, вот это плохо. Надо, короче, когда выкапываешь какой-то ценный ресурс, прям заходить в него туда внутрь, чтобы он сразу же тебе в инвентарь падал. Когда всякую булыгу выкапываешь, не так круто. Алмаз, хочу алмаз. 12 уровень майнинга, уже скоро сможем использовать прямо суперкирку в полном мере, вот так вот. Я ready пикакс, но я же включил, активировать суперпикакс, вот она включилась и все, и кончилось. То есть, потому что мало, нужно сделать такие же системы, как у меня были на кристалликсе. Да, ну, с системой, соответственно, добычи и руды. Пока что добываем, вот эмеральдик, оп, сразу же подошел вовнутрь, о, золото тоже надо внутрь зайти, отлично, золото забрал. Редстоун тоже можно забрать, почему нет. Такие вот дела, дорогие друзья. Пережил я все-таки этот кислотный дождь. Тут еще игроки до меня играли, вон несколько человек. Буквально там было онлайн 5, теперь осталось 4. Кто-то, видимо, пошел спать, потому что я с утра записывал. О, не, все-таки кислотное испарение. Это да, это добавили уже эвентом после моего ролика. Ага, видите, я повлиял на развитие этого сервера, это круто. Так, у меня скоро эта железная кирка кончится. Но, водичка потекла, аккуратно. Так, из-за того, что голову трясет, нифига непонятно, где копать. А, я сейчас сгорю. Ху-ху! Я выжил, одно сердечко осталось. Жесть, просто жесть. Следующее кислотное испарение меня добьют, наверное. Ах, да, они же меня не могут убить, точно. Они же не могут меня убить, я всем про это забыл. Это же кислотное испарение. Вот, но это добавилось вроде после моего ролика, реально. До моего ролика не было никаких кислотных испарений, я помню. А, как? Я же... Чертов алмаз, зачем он упал туда внутрь? Блин, минус алмаз, дорогие друзья, минус алмаз, проверяйте. Еще минус лазурит, что за дела, что вообще происходит? Я могу вот так вот стоять копать, по идее.
Мне кажется, рано или поздно я прокопаю землю такими темпами. Блин, алмазы не так часто спавнятся здесь, поэтому очень грустно, когда теряешь алмаз. Очень грустно, когда теряешь алмаз. Тогда я сейчас попробую, только будем бежать просто в него. Да, отлично, все, мы забрали этот алмаз, возвращаемся обратно. Все, у нас 3 алмаза. Сможем сделать алмазную кирку. В принципе, за одну железную кирку можно накопать эти недостающие алмазы. Особенно, если вы будете еще лаву забирать. Ну, то есть лаву можно ведром воды забрать, алмаз накапывать. Тогда вы умрете от воды, кстати, да, тогда вы умрете от воды. Поэтому лучше забрать и лаву, и воду тогда уж. Либо перекрыть воду на время, не знаю. То есть много вариантов есть, но от воды вы тоже можете умереть, вы про это не забывайте, потому что это все-таки кислотная вода. Здесь любая вода вообще кислотная. То есть мы же на кислотном острове находимся сейчас. Вот. Так что не забывайте, ребята, вы можете выиграть 150 рублей. Итоги я подведу, наверное, к следующему ролику. А следующий ролик у меня выйдет, давайте, я сейчас скажу, что точно. Давайте, следующий ролик на выходных по этому серверу выйдет. То есть где-то 4-5 числа я разыграю эти 150 рублей, которые буду разыгрывать. Вы пишите линки в ваших комментариях. То есть тоже 100%, да, ну не получилось за БТшками, но 150 рублей ты разыграешь, без проблем. То есть 5 по 150, то есть 5 человек выиграют по 150 рублей, думаю, неплохо. Так, сейчас скинем ресурсы, все-таки боюсь всяких кислотных испарений, которые могут начаться и вдруг меня убить, и ресурсы там в лаву будут. Или, не дай бог, в кислотную воду, которая потом перельется вот в лаву. В общем, опасная фигня, опасная фигня. Так что, дорогие друзья, участвуйте, участвуйте, участвуйте. Сейчас кирку быстренько здесь спрячу, участвуйте в этом деле. Потому что шанс выиграть, в принципе, есть, вы можете его пробовать. Ну и сервер, в принципе, неплохой, тоже советую зайти оценить. Классный сервер, мне нравится. Вот это вот, особенно Acid Island, вообще крутая тема, классная выживалка. Ну, а на этом все, с вами был Демастер, вот такой вот у нас небольшой ролик получился, но достаточно... А, кстати, да, давайте под конец ролика сбегаем, посмотрим, что там написали на табличке. PS, натуральный спаун мобов отключен. А-а-а, спаун мобов отключен, натуральный спаун мобов отключен, понял. Понял, не дурак, Вот, ну, в принципе, о, вот видите, испарение, начинается кислотное испарение. Но меня они уже больше не могут убить, они убивают только до твоего сердца. То есть такие испарения, в принципе, не убивают. Это прикольно. Да, ну что ж, дорогие друзья, на этом, в принципе, все. С вами был Демастер. Блин, как меня камеру трясет. Спасибо за просмотр этого ролика. Поделитесь с ним со своими друзьями, пусть они тоже узнают про этот прикольный сервак, если еще не знали. Ну а там мы с вами прощаемся. Всем удачи и всем пока-пока.